опять же, самый главный комментарий – то, что мы выиграли. И, знаю, скажу так, радует очень то, что мы выиграли на мяче. Знаю, как это по-русски объяснить. По большому счету, у нас в первых турах у меня сложилось такое мнение субъективное. Выиграл тот, кто отдавал мяч. Мы сегодня мяч забрали, выиграли. Вот это этот футбол, который я хочу видеть. Коллеги, вопросы? Сегодня в стартовом составе в воротах появился Станислав Клещук вместо Александра Нечаева, который первые 5 минут сыграл. Просто дали передохнуть Нечаеву или... Да, это никаких, Саня, вопросов в плане игры. Просто решили, так скажем, что-то поменять. Коллеги, еще вопросы? Спасибо большое.